3 петли провязать вместе за передние стенки. Соответственно, нужно ввести спицу вот сюда за все 3 передние стенки и провязать лицевой. Но в данном случае у меня петли получились скрещенные, так как лицевые у меня расположены вот таким вот образом. Если вы не хотите скрещенные петли, тогда вам нужно петельки перевернуть, то есть развернуть их другой как бы стороной, чтобы передние вот эти вот петельки, вернее, задние получились как бы спереди. И тогда можно провязать вот таким вот образом передние петельки, передние дужки, и получим вот такое вот соединение 3 петель в одну.